четверг в Самарской области будет пасмурная погода, дождь и снег, местами сильный. Температура воздуха в дневное время от 0 до плюс 3 градусов, ночью 0-1. Ожидается усиление ветра северо-западного направления 7-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег и дождь, днем плюс 3 градуса, ночью минус 1, ветер северо-западный, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, осадки в виде дождя и снега. Днем плюс 2, ночью 0 градусов. Северо-западный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег. Днем 2 градуса тепла, ночью минус 1. Ветер северо-западного направления 8 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Геомагнитное поле возмущенное. Умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.